Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичук. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше снимать для вас видео. Отвечать на вопросы, пока есть время. Стоит ли спать на той кровати, где умер человек? Первое, что для России это норма, в принципе. Вы приходите в больницу и ложитесь спать. Но на ней тоже, может, какой-нибудь старик умирал. Может, кто-нибудь еще, да, там умер давным-давно. Может быть, еще что-то случилось. Это нормально. Ложитесь в хирургическую кровать, допустим, да, специализированную. Там столько людей во время операции умирало. И что, теперь сейчас будем все с ума сходить? Для нищих стран, разворованных, это норма использовать это. Вот. Поэтому, если, допустим, это софа или диван, где вы спите, или живете в дома, у вас нет денег, не выкидывайте. Просто почистите ее, все нормально. Плюс человек же там остался, фантом, допустим. Ну и что, что копия осталась? Это не значит, что там человек присутствует, понимаете? Само это вам не навредит. Если вы к себе это не прицепляете мозгами от страха, как говорится, выдумывая всякую хрень, то ничего вам не будет. Конечно же, это очень удобно, с одной стороны, какому-то магу или медиуму считывать информацию, в фантоме этом валяться. Но этот фантом потом испаряется, растворяется, поэтому тут никакого вреда не будет. Спите, пожалуйста, очистите, помыли же вы его после человека. Ну все, живите дальше, в чем проблема? Не надо жить в прошлом, надо цеплять эту информацию на себя. Ну что ж, надеюсь, я ответил. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чу, ставьте лайк, комментируйте, постите. Удачи!